У Российского университета «Дружба народов» давние, плодотворные, серьезные, научные, учебные, теоретические связи с Тюменским государственным университетом. И особенно активно эти связи развиваются в последнее время, когда правительством Российской Федерации, президентом Владимиром Владимировичем Путиным перед системой тестирования Российской Федерации была поставлена важная и для нас очень интересная задача. Центр тестирования Тюменского государственного университета, которым руководит Тумакова Елена Вадимовна, одна из первых организаций, которая откликнулась на это серьезное задание. Со стороны Российского университета тоже была создана команда экспертов, опытных преподавателей, тестеров и тестологов, которую возглавил проректор Российского университета Дружбы народов Должикова Анжела Викторовна. Елена Вадимовна и Анжела Викторовна назначили программу реализации этого проекта, определили площадки для проведения апробации первых результатов. И в этой связи преподаватели Российского университета Дружбы народов приехали в Тюменский государственный университет, где нам любезно предоставили площадку для проведения апробации материалов. И сегодня эта апробация состоялась. Конечно же, мы все волновались, потому что задачи действительно серьезные. В концепции миграционной политики Российской Федерации на период 2025 года написано, что одной из государственных задач является содействие максимальной адаптации, интеграции мигрантов. Поэтому тестовые материалы должны отличаться содержательной глубиной. Они должны обладать диагностирующей силой, то есть максимально точно показывать степень готовности, уровень речевого развития человека, который хочет стать гражданином Российской Федерации. Работа проделана большая, и на всех ее этапах наши университеты работали совместно. Еще раз хотелось бы выразить благодарность Центру тестирования, лично Елене Вадимовне, за большую поддержку на всех этапах реализации этого проекта. Но мне хотелось бы также отметить, что с Центром тестирования Тюменского государственного университета мы работаем уже практически год с момента введения интеграционного экзамена. Это были и курсы повышения квалификации для будущих тестеров и преподавателей РКИ, которые проводились на базе Тюменского государственного университета. Это и привлечение статистических материалов Центра тестирования, которым руководит Елена Вадимовна, для публикации в журналах «Русский тест». Это и участие сотрудников Центра тестирования в различных семинарах, вебинарах, в работе первого всероссийского съезда. И можно сказать, что с сотрудниками Тюменского университета мы встречаемся как и в Тюмени, так и в Москве регулярно. И у нас уже не только профессиональные, тесные профессиональные, но и дружеские контакты. И мы работаем такой дружной, сплоченной командой и очень чутко реагируем на все те изменения, которые происходят. И надо отдать должное уровню компетентности сотрудников Центра тестирования, которые максимально корректно подходят к процессу тестирования. И то, как они работают, можно сказать, это образцы работы тестеров при проведении различного рода экзаменов. Мы благодарим Елену Вадимовну как грамотного руководителя, как компетентного профессионала, и благодарим и Тюменский государственный университет, потому что всегда чувствуем плечо коллег, плечо профессионалов, к которым можно обратиться не только по вопросам апробации материалов, но и с советом профессиональным. И мы это ценим, чувствуем и надеемся, что наше сотрудничество продолжится. И какие бы нам подарки не готовила наша жизнь, мы знаем, что всегда можем обратиться в Тюменский государственный университет и получить высококвалифицированную помощь. И рады, безмерно рады той возможности провести апробацию нового формата экзамена по принятию в гражданство именно здесь, в Тюмени, на базе Федеральной миграционной службы Тюмени.
И еще раз поблагодарить Елену Владимировну Костину, начальника отдела по вопросам гражданства.